И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, мы продолжаем наш проект Лаки Битвы, где мы будем открывать лаки-блоки, и то, что мы из них получим, мы будем использовать для того, чтобы убивать различных боссов или же мобов. И давайте по традиции вспомним, что же мы делали в прошлой части. В прошлой части мы попытались убить тех самых фантомов, которые были довольно-таки офигенно, и в итоге у нас получилось их убить, но когда я заспавнил их очень много, то там уже была полная жесть. Но, друзья, это у нас уже шестая часть, и прежде чем я вам скажу, кого мы сегодня будем убивать, давайте мы быстренько пройдемся по правилам. Что ж, какие же правила у нас в этом проекте? Мы стартуем с тремя деревьями, то есть у нас есть три дерева, которые мы можем сломать, получить палки, получить доски, сделать верстак, что угодно, то есть у нас есть три дерева. Также здесь у нас есть вот такой чудесный сундук, где мы имеем 25 обычных лаки-блоков, не смотрите сюда, где мы имеем 25 обычных лаки-блоков, дальше мы имеем 5 very лаки-блоков и 5 unlucky блоков. Я сегодня решил использовать самые обычные лаки блоки, то есть желтые, никакие либо цветные, потому что даже не знаю, как-то хотелось вернуться обратно. Но в следующих выпусках обязательно будут новые лаки блоки. Но это если мы наберем на этом выпуске 3000 лайков, было бы очень здорово. Надеюсь, вам нравится этот проект, потому что он мне тоже нравится. Что ж, я вам показал, то есть мы стартуем со всем этим. Плюс у нас также есть магазин, то есть если мы каким-то образом получим из всего того, что нам выпадет из этих лаки блоков, мы получим изумруды, то мы сможем их обменять, например, 9 изумрудов на алмазный меч и так далее. То есть я здесь в этой части сделал алмазный меч, алмазную кирасу, алмазный шлем, целый стак стрел и также лук. Я еще лук никогда сюда не ложил, но сегодня в этом выпуске у нас будет лук, поэтому если я выбью столько изумрудов, то это будет очень и очень круто. Что, друзья, да, давайте приступать, и я, пожалуй, сначала выйду из креатива, потому что креатив мне не нужен. Выходим. И давайте мы теперь возьмем обычные лаки-блоки и начнем с них. Поэтому мы отойдем немного подальше от наших сундуков, чтобы их не сломать случайно. И поэтому мы начинаем. Фух, первый лаки-блок. И да, друзья, фух, не слишком много говорю. Мне уже просто... не знаю, вот от всего того, что я сейчас сказал в начале, это просто жесть. У меня просто рот болит от столько говорить. Поэтому, да, друзья, что ж, у нас... Не знаю, почему я сказал, но это обычные факелы, которые мне нафиг не нужны, но ладно, ладно. У нас есть тортик, который мы можем потом покушать, если что. Давайте возьмем. Я не знаю, зачем это делал, но я это делал. Кстати, давайте звук немного сделаем погромче, потому что как-то уж слишком тихо. О, у нас теперь есть музычка, которую я просто не хочу слышать. Поэтому да, друзья, ну теперь я, конечно, буду слышать... Вырубись. Черт, нет, пожалуйста, нет, не надо, все, забили на музыку, и что ж, идем, и что, друзья, идем дальше, у нас идет следующие лаки-блоки, и ничего, картины, вау, очень интересно, и, блок золота, но блок золота мне он совсем не нужен, в принципе, золото не такое уж и важное в этом проекте, но смотрите, друзья, у нас есть хоть что-то, у нас есть немного от сета железной брони, также обсидиан, который я даже не знаю, зачем он нам может понадобиться, но слиток железа мы тоже оставим, возможно, оно пригодится, уже, кстати, солнце садится, давайте сделаем time set day и идем дальше, следующий лаки-блок и ничего, просто большое такое, ничего и... Черт, TNT. Фух, они не застали нас, но все равно довольно-таки опасно. Что ж, седло, вау, прямо очень-очень интересно. И отлично, колодец, помолимся колодцу. И, черт, я думаю, вот как раз-таки нам сейчас выпадет тот самый дроп из колодца, который нам давал много алмазов, много изумрудов и много золота. Но нам не повезло, потому что нам попались чертовы блейзы, поэтому нужно убежать от них подальше и продолжаем открывать лаки-блоки. Нет, только не эндермены, как же они не надоедают. Давайте мы съедим немного хлебушка, чтобы не голодать, и идем дальше. Да вы серьезно, еще... Да боже мой. А, очередной колодец, вот сейчас мне нужно повезти, давай. Не попал в колодец. Так, и... Вы серьезно? Вы что? Как, что, почему, зачем, не что, где, Окей, друзья, нам попались два раза эндермены, два раза колодец с чертовыми блейзами. Да как так, я вообще не понимаю, чтобы... это хорошо, вот это хорошо, то, что нам сейчас попалось. Но, друзья, ребят... Так, стоп, чешуинцы, но
Я же вам не сказал, кого же мы сегодня будем убивать. Я совсем забыл. Поэтому давайте мы быстренько вернемся. И, в принципе, я могу на словах объяснить. Сегодня мы будем убивать Майк Тайсона. Или Майка Тайсона. Того самого, на которого я делал обзор. Ну, как, не только на него, а вообще на мод, который добавлял боксеров из игры Punch-Out. То есть, да, друзья, сегодня мы пытаемся убить его. В принципе, он очень мощный. Прямо супер мощный, потому что он одним ударом, вы можете помнить, сносил нам очень много жизней в алмазной броне. Поэтому я даже не знаю, возможно, мы его в конце поменяем на другого боксера, потому что, ну, он очень сильный, поэтому... Да, друзья, ничего не выпадает, опять же, окей, еще факелы, да что ж мне так сегодня не везет, это какой-то ужас, друзья. И опять ничего. О, штаны железные, это хорошо. Хотя давайте мы все-таки снимем эту броню, пока ее лучше не одевать, а то мы ее просто сломаем, покоцаем. Почему? Боже мой, почему мне так не везет? Что вообще происходит? Что? Алмазная лопата. Ну, хоть что-то есть, чтобы отбиваться. Но, ладно, друзья, у нас все еще остались unlucky блоки и very lucky блоки. Поэтому я думаю, я по традиции начну с unlucky блоков, потому что хочу их все-таки истратить, чтобы уже быть спокойно. И да, друзья, давайте мы все-таки это здесь оставим. Так, возьмем вот это сюда, и все, гоу. Что ж, давайте мы отойдем немного подальше, потому что из этого нам точно выпадет что-то очень плохое, так как это unlucky блоки и... Просто будем молиться, что эта вещь, которая нам выпадет, будет не настолько плоха. Гигант. Гигант это, конечно, не самое ужасное, что могло нам выпасть, но все равно не очень приятно. А, ну это еще не один гигант, это много гигантов. Ну ладно. Что ж, идем дальше и... Ребят, я знаю, что я здесь просто умру в итоге, но я, чтобы не тратить ваше время, я просто сделал вот так и представим, что я умер. Вот, представим, что я умер и вдруг возродился. Окей, возвращаемся в обычный режим и идем дальше. Осталось 3 unlucky блока и фу, слава богу, что нам из этого ничего не выпало, но... Черт, Боб Арми, который меня сейчас просто в покое не оставит, потому что это будет жесть. Я голоден, все, это смерть. Они быстрее меня. Что, давайте мы все-таки попытаемся как-то их избить, но это нереально, так как они с алмазной броней, и это просто жесть. Давайте я быстренько вернусь на мое место, которое у нас вот здесь, если я не ошибаюсь, и откроем последний unlucky блок. А, теперь вы все вместе. Угу, интересно. Что, давайте, да, откроем последний unlucky блок, и посмотрим, что же нам выпадет, и 3 в 1. Фу, слава богу, ничего. Что, друзья, у нас осталось 5 very lucky блоков, и, друзья, нам нужно, чтобы нам что-то интересное выпало, потому что у меня нет ничего, у меня просто железная броня и яблоки, и лопата, которые я могу отбиваться, это просто жесть, то есть у меня просто ничего нет. Вау, отлично, что-то мне сегодня очень не везет, но у нас осталось еще 5 штук, и... Алмазный меч, неплохо, но мне надо ждать не алмазный меч, это Lucky Sword. То есть, да, друзья, это у нас удачливый меч. Интересно, но у меня нет опыта, поэтому, в принципе, никак нам это не поможет. И идем дальше, что мы имеем? Да, спасибо, yes. Сколько? 14. Мы можем купить только одну вещь, я потом подумаю. Давайте мы дальше откроем еще 2 локи блока, которые нам остались, и маяк не очень хорошо, и последний. Ничего, грусть, печаль, но что ж, друзья, давайте мы быстренько подумаем, что же нам нужнее всего. Я, в принципе, в этой части, как я вам уже сказал, добавил лук, но, в принципе, он нам здесь не очень-то и нужен, именно в этой части Lucky Битв, потому что эти боксеры, они очень быстрые, и в них попасть из лука просто нереально, поэтому... меч у меня есть. Ну, в принципе, выбор здесь очевиден, поэтому мы все это кидаем сюда и просто покупаем алмазную кирасу. Что ж, давайте мы оденем всю броню. И, друзья, у нас есть меч, у нас есть золотые яблоки, у нас есть лопата, не знаю зачем, но пусть она будет, и у нас есть алмазы. В принципе, давайте мы все-таки, да, добудем немного дерева и сделаем себе верстак. И уже в верстаке скрафтим то, что мы сможем сделать от алмазной брони. И куда ты ползешь? Я тебя вижу, но лучше тебе меня не трогать. Так, и я уже просто забыл, как делается верстак. Это просто ужас. Так, ставим верстак вот сюда. И теперь из алмазов мы делаем... Давайте начнем со штанов. И дальше мы сделаем все-таки шлем.
Ну и нам не хватает на сапоги, ну и в принципе не важно. То есть не так уж и страшно. У нас есть практически полный сет алмазной брони, у нас есть отличный меч, и у нас есть вера в победу. Да, друзья, это обязательно. То есть, да, друзья, все, мы берем яйцо спаунера этого Майка Тайсона и идем на эту арену. Друзья, пожелайте мне удачи, потому что это будет сложно. Так, друзья, открываем дверь и выходим на нашу замечательную арену, которая, блин, она такая простенькая, но все равно она мне нравится, потому что она уже у меня просто, не знаю, как в памяти, это прямо история Lucky Битв. Хотя, в принципе, это только шестая часть, какая здесь история. Но, ладно, друзья, возможно, мы эту арену все-таки и поменяем, потому что, ну, она немного скучноватая. Можете написать в комментарии, что же вы хотите увидеть, какую арену, может, побольше, поменьше, покруглее, я не знаю. Можете даже скинуть мне ссылку на разные арены, которые вы хотите увидеть, и, возможно, я ее установлю. Что ж, друзья, давайте начинать и спавним Майка Тайсона. Фух, это будет жестко, и это будет, мне кажется, это будет смерть, я даже не знаю. Ну что ж, 3, 2, 1, поехали. ОМГ. Так, друзья, так, нет, только не начинать. Фух, он мне ударил один раз. Но, друзья, так как он не начал бегать, вы, наверное, подумайте, что же это было так легко? Это, ребят, потому что он не начал бегать. Мы сейчас еще раз попробуем. Тайм, что же я делаю? Game мод 1. Мы сейчас еще одного Майка Тайсона возьмем и попробуем. Давайте он сразу целый стак, потому что мы будем с ними экспериментировать. В принципе, давайте, даже не салат, не буду лечиться, просто попробуем еще раз. И главное, чтобы он не начинал. Вот вы можете видеть, он просто. Нет, не начинай бегать. Когда он начинает кружиться, но в принципе нет, довольно-таки легко, я беру свои слова обратно, когда я говорю, что это будет сложно. Нет, в принципе не так уж и сложно, потому что он всего лишь один, и он бежит на нас, и в итоге мы его сможем спокойно просто отбить мечом. Но, друзья, мне кажется, нам стоит попробовать убить двух. Как вы думаете? Мне кажется, это будет круто. Что ж, давайте я подожду быстренько, пока у меня восстановится жизни, и будем искать его. И да, друзья, даже не знаю, как это у нас обернется, потому что жизнь у меня не восстановится, потому что я, в принципе, немного голоден. Что мне делать? Давайте я быстренько сейчас войду в креатив. Быстренько мы возьмем себе небольшую. Так. И вот так. В принципе, окей, пусть у нас будет столько жизней, и у нас есть абсорбшн. Окей. Что, друзья, да, давайте заспаним сразу же двух и три. Два, один, раз, два. Вот это будет жестко. Так. Тайсоны, спокойно. Ага. Так, и вот так. В принципе, не такие уже они и сложные. Давайте мы все-таки попробуем еще убить таких троих. И дальше мы попробуем убить других боксеров, которые, ну, мне кажется, они побыстрее. То есть, и не будут уже. И будет сложнее убить. Ой, что я делаю? Вот, они начинают бегать. Это просто жесть, друзья. Когда они начинают так бегать, это. Вот, вы сразу можете видеть, насколько это жестко, когда они начинают бегать. Поэтому мы сейчас быстренько вернемся на арену. Боже мой, где же я заспанился? Вот о чем я вам говорил. Да. Вы можете не верить своим глазам. Это действительно так. Они начинают просто летать по кругу, и их просто невозможно убить. Поэтому так, и давайте попробуем. Что ж, в бой. Вот как это сделать? Кто мне объяснит? Я ударил? Я попал? Что? Кто? Что происходит? Так, и последний. Получай. Вот надо вот так вот встать и попал. Есть. Но он все равно продолжает и попал. Есть, друзья, есть. В принципе, мы сегодня выполнили нашу задачу, то есть мы спокойно можем убить Майка Тайсона с помощью того, что мы получили из наших сундуков. Но, друзья, это еще не все, потому что, как я вам уже сказал, мы сейчас попробуем убить других боксеров, но прежде всего мы сделаем день и выйдем, точнее, войдем в креатив и возьмем других боксеров, которые... даже не знаю, давайте попробуем Супер Мачо Мэна и Мистер Сэндмана. Давайте просто посмотрим, насколько они круты. Кстати, если... Да, они будут драться между собой, это не очень круто, хотя довольно-таки забавно было бы. Давайте вот несколько таких Мистеров Сэндманов и начинается. И посмотрим, что мы сможем сделать против них. И вы можете видеть, он еще быстрее Майка Тайсона. Но чуть слабее по жизням. То есть, да, друзья. Так. Я не понимаю, что происходит. О, боже мой. Так, давай. Ну же, нет. Попал по одному. Так, получай. Нет. Что с тобой? Получи. И последнее. Как это сделать? Давай.
Ну же. Yes. И. Ребят, я не понимаю, что происходит. Где он? Где он? Где он? Да ладно, я его убил? Или он убежал? Нет, здесь его нет. Ребят, мне кажется, я его убил, да я даже сам не понял, какие... Ага, вот ты где. Я-то думаю, я тебя убил. Да, друзья, это было довольно-таки несложно, но начинается битва. Я даже... Вот так, все, начинается. Вот сейчас начинается настоящая битва. И да, друзья, куча Майков Тайсонов. Я даже не знаю, что происходит. Вот это, он стоит. И нет, он не стоит просто так, он нас ждал. Я по нему даже ударить не могу. Так, и теперь остальных. Давайте. Боже мой, сколько опыта. Я не знаю. Так, попал. Где он? Не знаю. Но мне пофиг. Еще по одному попал. Так, еще. Слушайте, я хорошо пока по ним попадаю, но это нереально. Это просто нереально. Давай. Ну же. Ну же. Ребят, пожалуйста. Майки Тайсоны. У меня просто кружится голова. Попал. Нет. Ну, еще раз. Так, и последнего тебя. Так. Ну же. ОМГ. Я не понимаю. Попал. И... Фу, друзья, что ж, вот так вот у нас сегодня был выпуск, довольно-таки забавный, по моему мнению. В принципе, под конец нам повезло, все-таки мы смогли выбить изумруды, и мы смогли выбить меч. То есть, если бы не изумруды, если бы не меч, то нас бы просто бы здесь уничтожили. И вы, наверное, можете скажете то, что Кейн, у тебя как-то слишком легко это получилось. Ребят, это все зависит от удачи. Вы просто подумайте, если бы у меня не выпало, то есть тех вещей, которые мне выпали сегодня, то я бы просто их не смог убить, у меня бы была голая рука, у меня бы не было бы брони, и это было бы ужасно. Поэтому, да, друзья, нам сегодня повезло, и вот такой сегодня у нас был выпуск. Надеюсь, мы наберем на этом выпуске 3000 лайков, было бы очень-очень здорово, я был бы прямо очень счастлив, потому что, ну, лайки меня сильно мотивируют, и да, друзья, так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч!